Доброго здоров'я! Ми сьогодні знову на політичній кухні АТВ, партнер програми «Меблі Фокс». І сьогодні у нас в гостях депутат Сумської міської ради Юрій Перепека. Добрий день! Добрий день, дорогі сумчани! Не просто депутат, а ще глава фракції партії регіонів. Це накладає високу відповідальність. Юрій Олександрович, блюдо, да? Юрій Олександрович, на вас. І отже, що ми сьогодні будемо готувати? Ми будемо готувати сьогодні національне блюдо жаркое з телятини. З чого починаємо? Починаємо з кастрюлі. Так, кастрюля. Сначала рукава. Должна бути особливо. Руки ми помили. Так. Что немаловажно? Немаловажно. Немаловажно, чтобы это была кастрюля с толстыми стенами так. и толстым дном. Или это казан. Угу. Может быть. Ну, это наша такая маленькая версия казана, да? Алюминиевая, такая простенькая, не подойдет, я так понял. Ну, я так понимаю, тепло лучше, должна хранить, да? И тепло, и да, чтобы она не подгорала. Еле-еле поставьте немножко. Единичку. Да. А мы в это время, должны работать с мясом. С мясом, которое нам нужно мясо порезать. Мясо женских кубиками. Рук не терпит? Или как? Или вы не придерживаетесь мнения Гоши, он же Гога, он же Георгий Иванович. Можно, да, помогать? Можно, конечно. Так, нож, Сан Саныч, ножи подойдите. Ножи, вот. Ножи даю. Ножи острые, я видел прошлую передачу. Поэтому будем аккуратно работать. Об этом не будем говорить. Так. Чтобы никто не сказал, что мы покушали на мэра. Поменьше мне. Порежем кубиками такие. Давайте вы показываете. Полтора на полтора, а я повторяю. Два на два. Хорошо. Угу. Часто нож приходится в руках держать? Ну, стараюсь раз в неделю. Ого. У нас с детства папа тоже ввел такую традицию. По воскресеньям мужчина готовит блюдо. Поэтому стараюсь. Но не всегда. Не всегда получается. Какая у вас замечательная традиция в семье. Поэтому это может быть и просто яичница, это может быть и жареная картошка. Бывает что чаще уха, всего, да? Бывает уха в зависимости от времени. Поэтому стараюсь держать себя в тонусе в этом направлении. Я знаю, пока Юрий Александрович готовился к передаче, он издевался над семьей и кормил ее целую неделю жаркоем с телятиной. Не, в принципе, раз потренировался, не скрою. Это хорошо. Мы же с вами говорили. Да, вы да, как сказали? Да. За правильно. Одной семью покормишь. Вот, вот, тем более вся семья, я надеюсь, что ждала. Вот хорошо смотреть, когда кто-то работает на кухне. И вообще, я вот на кухне всегда стараюсь быть шеф-поваром. Понятно, командовать. Ну, не команда, шеф-повар. Идея самая важная в приготовлении пищи. В общем, идея. Сан Саныч нам сегодня не поможет делом, понятно? Не-не-не, я сейчас вот картошку почищу. Вот так вот еще, да? Да. И потом кубиком. Вот для резки мяса, Настя, лучше вот такой нож. Я же спрашивала, женских рук не терпит? Сказали, терпит. Просто женщины я стараюсь. Не всегда правильно умеют я готовить. Я стараюсь. Если за дело берется мужчина, так. Значит, все будет просто... Так, что там у нас? Солим, перчим, мясо. Не вопрос. Так, соль. Окей. А откуда вообще, этот рецепт взялся? Вообще, вы знаете, этот рецепт... Вот так вот. Он настолько... можно это блюдо... Разные вариации, разными да? способами, методами и... ну, а ваш? Добавляя любые ингредиенты... Можно варьировать. То есть просто пробовали, да? Да, путем проб, ошибок, как вкуснее, как хуже получалось. И мед добавляли. Все как в политике. Жаркое мед, да? Сейчас вот, перемешаю. Большую кастрюлю. Ага, давайте. И теперь можно поперчить хорошо. Шеф-повар. Yes. Прошу. Так. Ручки чистые, будем мешать ручки. Так, ну по субботам, значит, мужской день. А в остальное время? Что едят, едят перепеки? Колитесь. Едят то, что и все. Что вкусненького? Борщ, что любимое? Суп. Вот это вот одно из самых любимых, я так понимаю, да? Да, это то, что я люблю готовить. А на самом деле едим все всеядные. А что есть? Всеядные. Я же говорю, в
борщ, суп, второе, без картошечка, мяса, рис. Без мяса не вариант. Без мяса, только с мясом, да, я так понимаю? Ну, это как бы от настроения и от того, что есть в холодильнике. Ну, от настроения жены прежде всего, да? Да, да. Если готовить, речь идет о том, что готовить самому, то люблю уху готовить. Очень люблю уху. Тоже, тоже мускулярно. В следующий раз будет надо приготовить уху. Да. Потому что я тоже очень люблю уху. Вот. А кушать бифстроганов люблю. У жены очень хорошо получается. Поэтому... А спортом заниматься? Спортом заниматься. Ну, надо куда-то энергию выбрасывать. У нас все-таки калорийный продукт. Только что с тренировки. Ого! И чем давайте занимаемся? Занимаемся бадминтоном. Но не смейтесь, это спортивный бадминтон через сетку. Приглашаю всех. Очень... Я думал, это пляжный такой. Нет. Уже не сезон, да? Да, в районе ЦГБ была спортшкола и там в спортивном зале. Это не зависит два от... три раза в неделю. Не зависит от градации. Вот мы узнали сейчас, что президент Украины Виктор Федорович Янукович любит в теннис играть. Значит, члены партии регионов пониже в бадминтон, повыше потом теннис настольный и потом уже до большого, нет? Нет. Или это давно? Нет. Я занимаюсь больше года. Ну, раньше любил футбол, как и все мужчины. Любил тяжелую атлетику в молодости. А бегать по утрам? Бегать, ну это, знаете, наверное, у всех были такие промежутки, да, в жизни. Да, бывало и бегать, ну, неделя-две, да. Сейчас бегаем на работе, да, в основном? Да, больше на работе, больше, вернее, меньше времени остается уделять на себя. Поэтому, но стараюсь держать себя в форме. Так. Депутатская бросаю. Работа, она много времени вообще занимает? Или в зависимости, как к ней вы относиться? Знаете, в зависимости от того, как вы к ней относиться, вы правильно сказали. В принципе, это работа на... можно ложечку деревянную или пластиковую? Не-не, мы сделаем вот так сейчас. Если вы стараетесь какие-то проекты или какие-то свои идеи воплотить, то, конечно же, времени нет. Работа депутата местного совета – это работа на общественных началах. То есть не предусматривается заработная плата. Поэтому, ну, вам быть... это интересно, вот так взять мне... бизнеса и, давай, лучше, и депутата. Ночью. Все-таки там совсем другая была сфера. Ночью была. Я не скрываю, я занимаюсь сейчас бизнесом. Ну, получается... Потому что на общественной... Далеко не уедешь. Так, три луковицы. Давай, буду чистить. Обрезаем хвостики. Угу, понятно. И... Я вообще-то лук резать люблю. Получился. Так, дальше. Так, чистим. Да, мы сначала режем его пополам. Пополам. Вдоль. Правильно? Вдоль, да. Вдоль. Угу. Кстати, вот нарезки лука многое зависит. Еще раз. И вот так вот. Вот так. Вот, вот так вот тоже, все вдоль. Да. Вы всю жизнь занимаетесь перевозками, да, с транспортом связана вся ваша деятельность как предпринимателя. Как так получилось, что захотелось именно с этой сферой связать? Мой папа работал в автобусном парке. Так. После школы я тоже пошел в автобусный парк работать. То есть водить рано научились, да? Да. Игорь тоже работал в автобусном парке. И вот. И пошло-поехало. Да, да, да. Так, я тоже немножко подрезался. Ну вы даете. Ножи действительно острые. Сан Саныч, а у меня ножи Геннадия Михайловича. Так что я уже не порежу. Так, где у вас пластырь? Так. Настя, кто-то подумает, что мы здесь диверсии какие-то готовим, потому что... Саныч, действительно очень... Ну, у нас же логотип ATV красный, поэтому без крови не обойдется. Так, я пластырь нужен. Желательно малой кровью обходиться в будущем. Да. Вот это, да? Нож, да. Сюда? Не, вот. А, вижу. Настя, как санитар, оказывает санитар первую... Леса. Помощь второму порезанному на политической кухне ATV. У вас тут скорая помощь не дежурит. Вот скоро, кстати, надо иметь просто аптечку, как в машине.
Я уже это понял. Так, есть. Лука много. Нам вот, вот. Нужно. Да, нужна посуда. Лука много, это хорошо. Это все сюда. Ну вы как-то так и по жизни, и в политике оказались рядом с братом, да? Вы... Да. Вот оттуда же я, видите, так недорассказал. Значит, затем в 95-м году. Я прошу прощения, может лавровый листик, может водичку слить? Нет. Рано. Понял. В 95-м году мы купили первый автобус. Вот помните, такие были шараповцы. Сан Саныч знает. Я очень хорошо помню, прекрасно, потому что он один был на Черепино. Да, он на Черепино ходил один. И, видя мои передачи, меня перевозили всегда бесплатно. Да. Тогда понятно. Так что я пользовался телевизионной славой еще в ранние годы. Бесплатно катался на автобусе. С того времени. Да, мы, в принципе, знакомы. Я, кстати, никогда бы не мог подумать, что вы пойдете в политике. В политику. Вы знаете, а чье это выражение? Если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами, да? Ну да, поэтому... тут неважно уточнять, но это действительно то высказывание, которое, так, с которым редко поспоришь. Мне нужно там. Пожалуйста. Вот все-таки хорошо быть шеф-поваром. Политики. Смотреть свысока. Смотреть. Особенно хорошо, смотреть, как работают депутаты, мэры. Кстати, вот я попробовал шубу Геннадия Михайловича Минаева на прошлой передаче. Мне она очень-очень сильно понравилась, и я сказал, что теперь я для себя буду делать шубу без морковки. Опять же таки, не по политическим мотивам, а исключительно... Вся мужская часть канала сказала, что будет без морковки. Без морковки. Я вам скажу больше. Вот. Да. Вот. Вот. Если еще будете с жарким это все. А сейчас нам Юрий Перепека презентует свою жаркое. Да, класс. Кстати, а телятинка где? Домашняя какая-то, да? Или на рынке? Ну, просил на рынке домашнюю. А на рынке сказали, покупаете что... сами всегда? Да, Настюша. У вас тоже, как у Геннадия Михайловича, все схвачено, свои люди. И на рынке тоже. На рынке точка. На СКД я покупаю обычно там. Юрий Александрович, морковку мы режем или на терочку? Морковку мы режем. Можем полуколечками, можем соломкой. Полуколечками. Я люблю резать, давай. Тебе повезло, что я люблю просто-напросто резать. Морковку, да? Ну все, не только морковку. Лучше бы лук резали. И я на кухне незаменимый человек. Кстати, я порезал самую большую луковицу, пока вы разговариваете. То есть зря с Юрием такую. Александровичем. Опа. Ох, как мне нравится. Юрий Александрович, да? Так политиком все-таки занимаетесь, не занимаетесь, но вот что побудило пойти в нее? В политику. Да, в нее самую родимую. Вы знаете, наверное, разочарование после 2004 года. Ну да, я помню. А как скоро оно пришло? Пришло оно буквально через один год. Я до того момента не состоял ни в одной партии. В 2007 году я вступил в партию регионов, и вот до сих пор работаем и думаю, что во многих вопросах получается быть полезными для города. А на улице часто обращаются люди с какими-то просьбами, да, с претензиями? С просьбами, ну, вы знаете, район Роменского микрорайона, это уникальный вообще... Округ, он как маленькое село, понимаете? Все выросли, друг друга знают, друг друга все знают, выросли, да, в одном месте, все друг друга знают, все. Ну я был у колечка. Я тоже. Ну бывает так, что подходят. Конечно, Юра, же, подходят. Ну, труба, канализация, подвал. Стараюсь вести прием. Игорь тоже ведет прием на Роменской. Я веду на Петропавловской 61 по вторникам. Часто? По вторникам. Да, по вторникам с 16 до 18.00. Поэтому люди приходят очень часто и, конечно же, много вопросов. Ну, не скажу, что многие вопросы удается решить, но, по крайней мере, обращениями... И запытами депутатскими результат
добиваемся. А тяжело руководить целой фракцией? Ну, на самом деле, вот вы знаете, я вчера смотрел новости, да, и там вот один оппозиционный деятель наш местный говорил, что вот вся ответственность на партии, регионе и так далее. Значит, я вам скажу так, у нас во фракции 8 человек, угу. В городском совете 76 человек, Батьковщина 32 человека, 24 видно места. Поэтому я ни в коей мере не сбрасываю с себя ответственность, но на самом деле с 8 человеками сильно влиять на политику именно в городском совете. Ну вы же вообще язык находите с другими фракциями? Средним местом? Ну да, ситуативно получается, нужно вести переговоры и... Ну это уже ваша обязанность, да? Да. Ну это обязанность не только моя, и в том числе и депутатов нашей фракции. Там теперь нужно... мы лук и морковку Юрий Александрович, дело в том, что... Секундочку. Я просто спрашиваю, как дилетант. Так. Все-таки здесь очень много сока. Если мы бросим лук, он будет, получится вареный. Я знаю. Так и должно быть. Так бы нам пришлось добавлять воды. Понял. А кто морковку лучше всех порезал? Самая красивая морковка. А у нас полукольца. Нет, да. у нас. У нас будет такое интересное жаркое. Да, разноцветное. Ну, разноцветное понятно, но с разными такими конфигуративными овощами. Так. Сюда, да? Угу. Так. Есть такое дело. Мешаем. И нам нужна сразу же паста. Почистим картошечку. Так, 2 ложечки. Столовых пасты добавляем сюда. Юрий Александрович, город Сумы все-таки не скажет, что это город, который располагает партии регионов. Все-таки скорее это город такой более оппозиционный. Всегда. Как? И всегда было, действительно. Александр Александрович, мы же легких путей не ищем. Я понимаю, вот это накладывает какой-то отпечаток на того же депутата. Вот. Есть и негатив наверняка или нет? Или все-таки люди больше относятся как к человеку, поскольку к человеку. Вы знаете, поскольку все не могут меня знать, то, конечно же, вступая в разговор, да, где-то на встречах с людьми, когда представляешься, то да, какая-то есть, может быть, какой-то барьер. Но, с опаской, да? Но пообщавшись с людьми, рассказав им все доводы, да, показав и рассказав на примере, какие объекты было сделано буквально за последние 3 года нашим губернатором, да, это человек команды партии регионов, человек президента. И, вы знаете, иногда, чаще даже я скажу, люди все-таки меняют свое мнение. Юрий Александрович, и вот хотелось бы сейчас, все говорят о том, куда, каким путем должна пойти Украина. Таможенный союз или все-таки Евросоюз? Вот как Юрий Перепека, как, ну скажем так, человек? Не как депутат. Как сумчанин, да? Да, как сумчанин. Как думает он? Вы знаете, вопрос настолько сложный. И, наверное, если рассуждать глубоко, в него вникать, то, наверное, за 1 час даже не разберешься. Я считаю, тот вектор, который озвучил президент, о том, что в ноябре будет подписан договор с Евросоюзом про ассоциацию, я думаю, это с позиций президента, с позиций руководителя государства, это правильный и прагматичный шаг. В то же время, я нигде не слышал, чтобы отношения с таможенным союзом как-то были оборваны. Я думаю, что на таком уровне, конечно же, политики должны в первую очередь вести диалог путем согласия и взаимопонимания. Но вы были удивлены этим решением или нет? Я думаю, скажем так,
Конечно же, то, что касается общих корней с Россией, у нас общая вера, похожие языки, у нас общая история, очень много нас связывает. И в этом плане, я думаю, ни в коем случае не будут обрываться отношения, и что касается и торговли, и взаимоотношений экономических, это все будет только развиваться. И чисто человеческого общения, да? Да, и чисто человеческого общения. Почему бы не сделать президенту, кстати, покажите, как нужно резать картошку. Кубиками. Все. Вот я. Большими, маленькими? Большими. Все, понятно. Сверните доску. Почему бы президенту не пойти по пути все-таки референдума, как предлагали это сделать коммунисты? То есть, как вы думаете, руководство страны, оно посчитало, что народ грамотно сам не может определиться, это будут чисто эмоции или как? Сан Саныч, ну речь же не идет о вступлении в НАТО, или уже о вступлении в Евросоюз, или о вступлении в таможенный союз. Это договор, обычный договор, который имеют и другие государства. Как вы любите отдыхать? А то мы все о политике, и о политике, ну, о жизни чуть-чуть. После такого вопроса. А теперь отдохнем. Отдыхать? Отдыхать люблю дома, Сан Саныч. Очень люблю дома. Потому что редко там бываете, наверное. Потому что редко бываю, да. Рыбалочка. В семье. Нет, не рыбак. Ну, хотя могу позволить 2-3 раза в год выехать на рыбалку. Ну, ох, я уже не могу смотреть на это прекрасное блюдо. Поэтому. А лавровый листочек? Вот мне дом кажется, что это лучший отдых. Дом и семья. Что бы Юрий Перепека хотел в себе изменить? Вот что-то есть у него какие-то недостатки, которые вот он считает, что над ними, с ними нужно бороться? Ну, у любого человека недостатков хватает. Ну, иначе бы он не был интересной личностью, кстати. Да. Ну, мне так кажется. А про свои я вам не расскажу, да? Какие недостатки? Нужно больше проводить в семье время, больше уделять времени маме. Думаю, это недостаток. Больше ходить в церковь. Тоже, думаю, недостаток. Ну, это значит, это просто одни достоинства уже. Поэтому... Больше, но и на это есть уважительные причины, в крайнем случае у вас. А вы с братом часто спорите по каким-то политическим вопросам? Кстати, да. Действительно. Кстати, вы знаете, вот мне кажется, мы такие с Игорем, разные. Да, мы с Игорем немножко разные. Я вот если бы сравнил. Настя, помоги еще картошечки, Юрию Александровичу картошечки. Игорь — это больше левое полушарие. Я правое. Игорь — это энергия, напор, движение. Я немножко люблю сделать паузу, задуматься, остановиться. Вообще люблю больше думать. Не больше говорить, а больше делать, стараться, а больше думать, да, остановиться, да? И подумать. Такой к сожалению, аналитик. К сожалению, в нашей жизни сейчас очень много отвлекающих факторов. Да, телевидение, интернет и другое. Перепало. Поэтому у людей как раз именно этого не хватает. Немножко остановиться и подумать. А в детстве левое и правое полушарие дрались? Нет. Нет? Нет, не дрались. Ну, может быть, когда-то там, ну, таких случаев не помню, чтобы масштабных баталий держал, не было, да? На Яре злобу. Поэтому нет. Вы знаете, вообще с Игорем, наверное, в своей жизни я больше всего провел время. Поэтому. Ну, благодаря родителям, да? Ну, это нормально. Это общая работа, это общий отдых, да, если он есть, мы ходим друг к другу в гости. То есть... Бадминтон тоже вместе играет? Бадминтон играем вместе в одной паре. Все вместе. Понятно. А жены дружат? Конечно, конечно. Жены Наташи, Оля. Да, как же им удобно. А говорите разные. Вы выбирали по имени или как? Нет, так, нет, получилось. Так, да. Водичка нужна. Обязательно. Так, добавляем, да? Да. Так, водичка. А перчик мы когда будем использовать? Перчик попозже, да? Угу. У вас как? Как ни крути, все-таки ассоциируют в городе Сумы
Даже не столько с партией регионов, сколько с маршрутками, с общественным транспортом нашим. Вы довольны новой схемой, которая действует в городе, транспорт? Но она такая уже новая получается. Ну, скажем так, я в этой схеме транспортной не принимал участие в ее разработке. И за полгода до ее введения мы с Игорем проводили пресс-конференцию, говорили, что это будет коллапс. Так или иначе, эта схема работает, но считаю, что такими революционными методами, конечно, так не должно делаться. Каждый человек подыскивает себе то ли место работы, то ли место учебы, исходя из того, как ему добраться. То есть, если добраться легко, он, соответственно, выбрал там педуниверситет, кто-то еще, может быть, работу какую-то. Вот, и в один день это все бабах меняется. Ну, думаю, так не должно. Тем более поменялись номера маршрутов. Да, это было вот, первое время очень до тяжело. До сих пор, честно, 17 лет занимаюсь этим делом, я до сих пор не могу найти логическое объяснение, зачем нужно было менять номера маршрутов. Зачем? Я хочу приготовить салат к нашему жирку. Тем более, что предупреждайте. Я стою, режу. У нас это очень классно. Я такой салат, например, был. У нас тем более сейчас осень, и надо как бы пользоваться моментом. Да. Так, что еще вам для салата нужно? Для салата. Пока у нас сейчас жаркое тушится. Помидоры. Помидоры я боюсь, Настя, давать вам порезать. Наверное, я это сделаю сам. Хотя лук вы порезали сам хорошо. Саныч, но помидоры должны порезаны быть. Я вот плачу уже вся. В одном ключе. Рыдаю. В одном ключе. Хорошо. Сейчас я... Давайте я посмотрю, как вы делаете. Давай. Опа. Чтобы мы сделали это все в одном как бы ключе. Как мы будем их резать. Ну, понятно, как лук с соломкой, но вот вдоль или поперек. Чтобы есть было. Давай вот так вот сделаем красивенько. Красиво получилось. Ой, вообще да? Замечательно. И самое интересное, что пахнет. Ну-ка, даже лавровый листочек-то. Где ваш помидор? Серьезно? Конечно. Вчера не слишком для вас был удачный день, наверное, на сессии, потому что ваше решение не поддержали депутаты. Сан Саныч, я о том, что вот плакаты, депутаты вы хотели поддержали, убрать. Да, я хотел, чтобы эти плакаты, то решение, которое дал исполком, чтобы их все-таки убрали, а ребята подумали, как это сделать, чтобы не более оскорблять честь, достоинство наших людей, которые обращают на это внимание. Чтобы уменьшало имидж нашего города в глазах гостей, которые приезжают сюда. А вас лично обидела вот эта реклама? Вы знаете, я уже говорил, что я не знаю, какие мысли возникают у детей, когда они видят эту рекламу. То есть, когда... Что им объяснять, да? Что им объяснять? Когда, опять же, эта реклама появилась без всяких объяснений. То есть, не было рассказано о том, что там поломаны какие-то объекты в городе. Поэтому думаю, что все-таки это работает. Тем более, что есть очень много способов, как можно работать, как можно показывать и воспитывать таких людей. Не знаю. Как думаете, почему вас не поддержали ваши коллеги? Ну, я думаю, потому что это решение поддерживается низким головой, он не скрывал этого, поэтому думаю, что все-таки большинство... То есть многое зависит от того, как думает мэр, да? Ну, да, в этом случае, да, было. Какие у вас еще точки несоприкосновения с мэром? Я так понимаю, это переименование улиц, да? Да. Продолжаете бороться? Продолжаем, но насколько это уже возможно сделать после решения сессии, конечно же, это сложно. То, что для людей это приносит неудобства, опять же, считаю, что не на часе, знаете, есть такое выражение. И думаю, что депутат и в целом городской совет и мэр должен для себя определять приоритеты. То есть
те вопросы, которые в данный момент, ну вот как в семье, да, отец определяет, что необходимо в первую очередь сделать. То есть можно, да, заняться там переименованием каких-то объектов, да, у себя на кухне, а можно заниматься какими-то серьезными вопросами, которые бы были полезны сумчанам. Поэтому... Но мы теперь идем в Европу, значит, нам нужно избавляться от пережитков коммунистического прошлого. А название улиц это тоже... Ну, насколько я знаю, в договоре, по-моему, про ассоциацию ничего об этом нет, ничего да? не говорится. Перец правильно или как-то или слишком мелко? Да, да, да. Да, это как раз перец тот, который... Вы меня заговорили, больше вы работаете. Забалакали. Ничего, зато мы работали, мы слушаем внимательно. Да. Ну, улицу Кирова спасти от переименования вам не удалось, но зато удалось сделать подарок улице Кирова и всему городу, вернуть вечный огонь памятнику мемориалу Славы, да? Расскажите, как это получилось? Это удалось сделать благодаря усилиям многих людей. Тут нельзя говорить, что это но инициатива была заслуга ваша? Моя. Инициатива. Можно помешать. Значит, я вам скажу, год назад я был на круглом столе у Рубенко Натальи Дмитриевны. Есть такая. Сделать может меньше огонь? Чуть-чуть, да. Женщина у нас в городе, значит, нет, она активная. А, правильно, минус. Она проводила заседание своего женского клуба на тему «Вечный огонь». Значит, вел лекцию Лещинский Александр Ильич, человек, который уже с 2002 года занимается тем вопросом, чтобы зажечь вечный огонь. Угу. С 2002 года огонь не горел в городе. Ну вот оно как-то после того мероприятия у меня оно легло в душу. А перчик как-то у вас очень большой. Год я... Хороший у нас хороший. Перчик. Хороший, тогда надо бросать. Год я вынашивал эту идею до 9 мая. Понял, что нужно месяца за три уже начать... Что-то делать, да? Начать работу в этом направлении. Мы создали общественное движение «Вечный огонь», создали фонд «Вечный огонь», его возглавил Сережа Неговский. Учредителями стали такие известные люди, как Свидлов Юрий Иванович, Приходько Юрий Николаевич, это афганцы наши. По тому письму, которое я получил из мэрии, какую сумму необходимо выделить из бюджета для того, чтобы оплатить стоимость газа, мы получили цифру 200 тысяч гривен. Это не маленькая цифра. Я понял, что необходимо поработать над экономичностью арелки. Нашелся такой человек, как Мстислав Гнибоедов, сумчанин наш, Кулибин, который разработал проект горелки. И сэкономил сколько? Сэкономил. В общем, мы рассчитываем на то, что стоимость газа будет в год составлять 25 тысяч гривен. Но это в разы, конечно. Ни одной копейки из городского бюджета фонд не берет. Мне кажется, что многие вопросы у нас в обществе и проблемы рождаются как раз потому, что отстает духовная составляющая воспитания и молодежи. Если мы с вами заговорили о ветеранах, да, о теме Великой Отечественной войны, то как-то вспоминается ваш антифашистский марш в этом году, который как-то критики очень много собрал вокруг себя. У нас действительно вы считаете, что Сочи угрожает фашизм? А скажите, на самом деле, а что тут плохого? Вот, после 9 мая провели антифашистский марш. Но что плохого? Да, много было людей, которые, ну, как вот вы знаете, как змеи, повылазили, зашипели и вот, а чё, а почему, а зачем? А у меня, вот я вам покажу после передачи фотографии в телефоне, на Лужбе, на заборе завода Фрунзе, на Курской, на фасадах домов свастика нарисована. Понимаете? То есть, так, может быть, это тема не фашизма, а тема быдлана? Может, вот это продолжение темы? Вы знаете, я думаю, свастику рисуют люди, которые над этими вопросами, наверное, задумываются и рисуют ее осознанно. А может, наоборот, неосознанно?
Ну, может быть, но я все-таки думаю, что это... Что за это нужно отвечать, да? Это есть, такие опасения есть. И вот вы знаете, я очень люблю, и детям буквально недавно у себя дома показывал фильм «Мы из будущего». Угу. Все видели, да? Вот, ну, есть это в обществе. Юрий Александрович, да. Какую зелень вы будете бросать в укроп, свое жаркое? Укроп. Петрушка. Укроп, петрушка. Да. У нас здесь еще базилик. Петрушка. Нет? Не пробовал. Не-не-не. Я ни в коем случае. Вы, пожалуйста, что надо, а потому что я уже как бы отвечаю за салат. Это будет мой рецепт. Да. Вот. А петрушка поэтому... нужна, правильно? Да. А укроп нет, да? Укроп обязательно. Такой натюрморт. Вот. Это уже палитра. Это художник работал. Да. Ножом единственное что. Хорошо. Ну, у нас тоже неплохо, Саша. Шикарно просто. Мы просто не кричим об этом. Ну, у нас совсем неплохо. Мы скромно, да. Ладно, я даже притронусь и помешаю в очередной раз. Настя, укроп режь, пожалуйста, много, потому что нам нужно будет потом в салат. Так что можно. Есть, шеф. Да, можешь дать мне петрушечку, я тоже приму участие в нарезке. Чувствую, на природе шашлыки тоже это ваше дело, да? Ну да, люблю шашлык готовить, но люблю тоже и стилят. Вот я предлагаю сейчас вот эти петрушечку. Так, водички немножко. Отлично. Все-таки жаркое должно быть жидкое. Я понимаю. Да, хотя кому как нравится. Жаркое должно быть вкусным. А, ну да. Это самое главное, кстати. Петрушечка готова, ну, да. Тогда можно уже петрушечку, да, засыпать петрушечку. Укропчик, потому что салатик у меня просто. Ой, произведение искусства. Зелененькая, желтенькая. Под картошечку уж салатик хорошо, я думаю. Да. О. Божественный запах. А цвет? Цвет. Крышечку надо закрыть, нет? Можно. Чтоб постояло. Я отключить. Отключаем вообще, да? Да. А вот все отключайте. Угу. И будет сейчас красиво. Пойдет. Я последний штрих. Немножко сольки. Что у нас жаркое? Жаркое порядок. Смотрим. По-моему, нормально. Я тогда готово. Вам даю большую ложку. Да, вот мы как-то. Ага, хозяйская. Так. Да. Настя, где наша посуда? Так. Наша большая тарелка. Да. Так, есть. Угу. Ароматно. Красота. Угу. Так. Я уже стою тарелкой. Правильно. Так, вот вы. Не-не, может попробовать же? На тарелочке попробуем, уже правильно? Пробовали. Да? Сейчас. Ой, как красиво. Главное, говорите, что вкусно. Ой, как красиво. По субботам, значит, готовите, да? Смотрится. Да. Просто. По субботам готовят, Сан Саныч. Один можно момент. Напроситься. Вот. Это ваше, как мило, дорогие. Хорошо. Ну, надо что-то красивое. Так всегда. Красивое как-то, как-то вот, как-то. Разварилось. Как-то вот. Еще? Хорошо. Вот как-то вот так. Пробуем, да? Пробуем. Поехали. Ну-ну. Соль как? Мне класс. Божественно. Салатика. Ну, похоже. Оно? Удалось? Еще картошечку надо немножко. Да нет, она не сырая. Вкусно. Очень вкусная. Она половина разварилась уже. Угу. Класс. Класс. А салатика? Хорошо. Угу. Вот так вот красивенько. Должно все быть красивенько. На кухне эстетика играет большую роль. Больше ложки не дам. Класс. Сан Саныч, огонь. И я. Я уже сказал, что божественно просто. Очень вкусно. А? Здорово.
Як сам себе не похвалиш. Как показала сегодняшняя передача, вы сами себя не хвалите. Юрий Александрович, ну что, вы сдали экзамен на отлично. В крайнем случае, ну на наш взгляд, я теперь не боюсь за вашу семью. Спасибо. Жаркое готовите вы обалденное. Спасибо большое, спасибо вам. Буду приходить, буду рад, когда вы будете приглашать. И рекомендую такое блюдо всем у себя в кругу семьи попробовать, приготовить. Будет очень вкусно. Спасибо вам за то, что вы пришли в нашу передачу. Ну, и всего вам хорошего в вашей жизни, в депутатской вашей работе. Дай вам Бог здоровья. Пусть вам все удается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.